Калейдоскоп культур, ландшафтов, истории и приключений, которые увидел фотограф-любитель в США. Андрей Голобоков, преподаватель в ГУЭС на данной фотовыставке, попробовал себя в новой роли – автора экспозиции. В ней представлены фотографии, сделанные в августе 2017-январе 2018 года, когда Андрей находился в Соединенных Штатах в рамках программы Фулбрайта для преподавателей вузов. Выставка, можно сказать, что она достаточно рандомная, случайное мероприятие, во время которого я постарался выставить те фотографии, которые мне понравились, и с их помощью захотелось передать атмосферу современных Соединенных Штатов наиболее полно. На выставке представлен богатый колорит Америки. Каждый штат оставил свое впечатление, которое Андрей сохранил не только в памяти, но и на цифровых аппаратах. На выставке 22 фотографии. Национальный парк Эверглейдс, пустыни штата Аризона, фестиваль электронной музыки во Флориде и многое другое. По словам автора, он не искал кадры специально, а снимал только то, что действительно привлекало внимание. Кроме того, показали видеосюжет, сделанный Андреем. В фотографиях раскрывается самобытность американских жителей, показана их культура и досуг, представлены природные пейзажи и городской ландшафт. Выставка поможет частично восполнить дефицит информации о культурной жизни США и представляет интерес для всех, кто изучает культурные универсалии, стили и взаимодействия народов. Эмоции положительные. Фотографии сделаны непрофессионально, как сам говорил автор, но в них чувствуется какая-то вот жизнь и видно по ней то, какие американцы настоящие. Собственно говоря, выставка очень интересная, действительно, калейдоскоп культур, просто невообразимый, наверное, салат всего очень разного и интересного. Америка вообще такая достаточно оригинальная, я бы сказала, в этом плане страна. И для меня, как для человека пишущего, очень интересный опыт представляет данная выставка. И если честно, глядя на эти фотографии во всех этих местах, которые здесь запечатлены, очень хотелось бы побывать и увидеть, как это на самом деле вживую. Многообразие культур – это то, что объединяет Соединенные Штаты и Россию. Автору удалось показать различия между севером и югом, западом и востоком. Благодаря этой выставке Америку можно увидеть другой, непринужденной, без пафоса. Иными словами, настоящую. Анна Бережная, Дмитрий Беломестнов, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом.